народных конных состязаний. Следующий из далекой Сибири. Роман Ложниш. И его кент. Три золотые перевязи на черном поле. Из далекого Иркутска прибыл прямо этот доблестный воин. Аплодисменты! Боярин Сергей. Из Новгорода. Из Петербурга. Мой из Новгорода. И его кент. Точнее, эмблема. Это серебряный волк на красном поле. Ваши аплодисменты! Это единственный представитель русских дружин, который осмелился бросить вызов законным латы европейским рыцарям. И следующий представитель нашей доблестной конной группы. Это граф Будимир, группа Гелия. И его щит. Серебряный гусь на червленом поле. Аплодисменты! Граф Будимир реконструирует гусинское рыцарство начала 15 века, поэтому своим титулом стал именно гусяк.